Иногда у меня возникают вопросы. Как? Зачем? И нафига? Вот как? Как эта машина, убитая, это Запорожец, да? Могла сюда заехать. Вот как она могла сюда заехать? Никак, дорог нет. Зачем она могла сюда заехать? Вот это другой вопрос, да? Зачем она могла сюда заехать? Не знаю, Запорожец это не Запорожец. Фиг его знает. У Запорожца я знаю, у него мотор сзади. А если это не Запорожец, то это Москвич. Соответственно, вот это Москвич. Вот, главное, видите, она заехала сюда при этом. И до сих пор из этой машины не оторвали алюминиевую вот эту штуку. Не сняли, да, все сняли, а вот эту штуку не сняли. Интересно, там лягух прыгает, кажется. Дойду. Лягуха, не буду мучить лягуху. Не знаю, в 90-х какой-то идиот, наверное, наркоманился и машину сюда загнал. А выехать он уже не смог, да? Или угнали машину, загнали сюда. А выехать уже не смогли на этой машине, я так предполагаю. То есть она или угнанная вот эта машина была, или какой-то идиот, просто наркоман, загнал ее сюда, да? Или нетрезвый был, или пьяный сраный, да? Вот так вот. Внезапная находочка.